О вкусах, музыке и истории в Югре обсудили концепцию празднования 90-летия автономного округа. Инициативные жители региона представили губернатору свои идеи. Среди них серия проектов о трудовых подвигах и личных достижениях югорчан, циклы исторических и фотопроектов. Их запустят ближе к зиме. Состоятся спортивные марафоны, зарядки с чемпионами. В средствах массовой информации появятся зарисовки о нашем регионе. Кроме того, поступило предложение провести гастрономический фестиваль 90 вкусов Югры. В рамках экологического проекта 90 километров активисты предлагают очистить от мусора прибрежные территории водоемов автономии. Коснулись и темы бренда региона. Идея формирования формирующегося бренда должна быть понятной для всех. И для нас, для югорчан, и что крайне важно для тех, кто не является жителем нашего региона. И креативные технологии должны способствовать не только созданию, собственно говоря, бренда, но и его продвижению, узнаваемости в стране.